В Тверской области нет ни одного водоема с безопасной толщиной льда. Об этом сообщают сотрудники регионального управления МЧС. В реках и озерах разных районов толщина колеблется от 3 до 5 сантиметров, а безопасным считается лед толщиной от 10 сантиметров. На 1 декабря в Калязинском районе на Волге покров еще не сформировался. Такая же ситуация в Кимрском районе и Осташковском городском округе на озере Селигер. В Конаковском районе толщина льда всего 3 сантиметра, в Торопе, в Сележаровском и в Пеновском районах до 5 сантиметров. В Твери на реке Волги возле речного вокзала льда нет вообще. Тонкий лед не шутит. Это смертельная опасность. Допустимая толщина льда для перехода человека 7 сантиметров. Сейчас лед 3-4 сантиметра. На реках он вообще еще отсутствует. И на многих водоемах, где было волнение или проточная вода, там лед еще не установился. Лед установится только после недельной низкой температуры.